А тебе чего? Дорогу спросить? Так у меня карты нет. Эй, Рик, у тебя карта есть? Не, нету, давно скурил. Но подскажу, что топать надо по прямой и быстро. Слыхала? Нечего тебе тут ловить. Хорошего дня. Да я мимо иду. Нет, ты не идешь. Ты над душой стоишь. Может, перестанешь? Что там в кейсе? Ты про эту рухлядь? Да ничего, наверное. Ага. Банки. Может, бутылки? Где взяли? Сразу ведь видно, что это имущество корпорации. А ты чё? Из бюро находок? Не твое дело? Ну и отъебись! Надоело. Отдавайте! Тихо, 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 босс, не психуй! Давай как-нибудь договоримся! Два раза не повторяю! Отдаем ей кейс! Быстро! Да ты его все равно не откроешь! Это мы посмотрим, где вы его нашли. Я вас спрашиваю, где? Ну, там, на помойке, вон там. Джош, какого хуя? Это не наша работа, понятно? Тот тип был уже мертвый, честное слово. Да, а я-то думала, вы серьезные наемники. Ладно, сгиньте уже. Окей, окей, забирай. Че сразу так психовать-то? Тебя вообще просили посидеть. Сезам, откройся. Да отъебись ты уже.
Ты глянь, открылся! Так, и что тут у нас? У нас гости. Ну что, момент истины. Что? Это что за хрень? Ну как что? Бранцези. 2021 год. Безымянная номер 18. Холст масла. Да что с тобой говорить? Выходит, Джонни Сильверхенд у нас тонкий знаток искусства? Я нет. А вот бывшая одна была художница. Девка, конечно, в край ебанутая, это уж как водится. Но зато секс, я тебе скажу. А давай лучше не говори. Но что эта картина вообще делала на Луне? Известно, что украшала интерьер какого-то богача. Сейчас половина Лувра в космосе. Ты там был? Кто я? Нищий рок-музыкант? Ну да, бывал. В сладких снах. Ладно, давай-ка уходить, пока не началось. А насчет картины? Покупателя ты найдешь быстро, уверяю.
надо бы посмотреть.
Держа! Thank you.
надо бы посмотреть.
несет облака! Заберись! Я тут всех подгонят! Ебать!
хочу! Ну что там опять? Кошмар. Спасибо тебе.
Ça y est, mais...
Жрать хоть. Ну давай туда. Thank you.
съедем ее! Венец мой жрет! Что увела у животных гору Эдди и довела их до бешенства. Мне нравятся люди, которые умеют оставить яркое впечатление. Пожалуй, я закрою заказ и сохраню твой номер на будущее. Гимом есть один переулок, где люди пропадают без вести. Выясни, кто в этом виноват. Главное, сама не пропади. Ugh!
en face à Frappé Avenue.